Меня видно, слышно? Да, теперь все хорошо. Слушаем тебя. Всем здравствуйте. Продолжая тему кишечника, хочу поделиться своим замечательным результатом. Меня зовут Анна, я студентка 4-го курса медицинского университета по специальности стоматология. Казалось бы, медицина и коралловый клуб. Чего такого не может найти, на какой такой вопрос не может найти ответ студентка среди огромного количества различных книг, профессоров, различных деятелей медицины и клинических специалистов. Как оказалось, таких вопросов достаточно много. Я пропадаю. Все хорошо? Все хорошо. Хорошо. Еще лет с 12 у меня были проблемы с щитовидной железой. Мне ставили эндемичный зуб, то есть увеличение зуба, и для профилактики каждый год мне стабильный эндокринолог назначал такой препарат, как йодамарин. Но, как оказалось, для профилактики и вообще, в принципе, его было абсолютно бесполезно. После того, как я уехала учиться, я уже стала более осознанно подходить к вопросам своего здоровья и регулярно проходила обследование. Можно, пожалуйста, первый слайд включить? Конечно, с каждым результатом данные были все хуже и хуже, и вот в один из таких очередных обследований я обнаружила в феврале 2019 года о том, что тиреотропный гормон, это главный гормон щитовидной железы, практически на нижней границе, еще чуть-чуть, и его будет совсем мало. А антитела к тиреоидной пероксидазе – это такие специфичные иммуноглобулины, которые действуют против ферментов, находящихся в щитовидной железе, которые отвечают за переход йода в активное состояние и в дальнейшем уже принятие его участия в синтезе гормонов щитовидной железы. Он был резко повышен. Можно, пожалуйста, следующий слайд. А по результатам УЗИ, вам не совсем хорошо видно, у меня образовались узлы диаметром от 3 до 5 мм, и диагноз был такой. Диффузные изменения паренхимы щитовидной железы по типу аутоиммунного тиреоидита. Конечно же, я перечитала большое количество различных книг, посоветовалась с преподавателями, с профессорами, с любыми врачами, с кем была возможность, и все как один говорили. Никакого специфичного лечения нет, ничего полезного и безопасного в принципе тоже нет, и прогноз был один. Это заместительная гормональная терапия гормонами щитовидной железы. Если обстоятельства будут не очень, то затем и кортикостероидные гормоны, ну и в самом худшем случае это оперативное вмешательство. Такой расклад, конечно, меня абсолютно не устраивал, а на вопрос, почему вообще все это произошло, медицина ответ дать не могла. Но рядом была мама, которая активно мне пропагандировала, что все проблемы лежат в кишечнике. И аутоиммунное заболевание тоже это проблема кишечника. Ну, поскольку время у меня было, что, ну, ждать, пока станет хуже, я решила все-таки ее послушать и прийти в коралловый клуб на концепцию здоровья. Итого, в общей сложности 10 месяцев активно делался упор на такие программы, как здоровый кишечник, противопаразитарная программа, коловада. И можно, пожалуйста, следующий слайд. И в декабре 2019 года я прошла очередное обследование, а также сдала кровь на гормоны и обнаружила чудесные изменения. Тиреотропный гормон вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим результатом, а антитела к тиреоидной пероксидазе снизились незначительно, но прогресс уже есть. И можно следующий слайд. А по результатам УЗИ у меня уже были неспецифичные диффузные изменения, то есть это были уже не узлы, а так увеличенные фолликулы размером всего до 3 мм, а не 3-5, как ранее. И прогресс налицо. О чудо, это случилось без врачей, без различных гормонов, без оперативного вмешательства, без ничего, только на очистке кишечника. Конечно, это поразительные результаты, очень воодушевляющие, не предел, конечно, совершенства, но есть еще над чем работать. И также я хочу вам рассказать о своем любимом продукте. Вообще все мои продукты любимы, но один из фаворитов — это липосомальный витамин D. Все, конечно, знают, что витамин D очень полезен
для нашего здоровья, особенно для детей, для развития костной системы, зубочелюстной системы. Ну, об этом скажу немножко попозже. Но не все говорят о том, что витамин D на самом деле еще полезен для нашего иммунитета. Так как витамин D активирует синтез защитных белков, которые снижают вероятность развития вирусных заболеваний, инфекционных заболеваний. Он также важен для предотвращения аутоиммунных заболеваний наших и препятствует развитию опухолей. А почему же именно липосомальный витамин D, а не остальные аптечные препараты, которые достаточно популярны и активно пропагандируются сейчас? Потому что липосомка сама по себе — это такой шарик из фосфолипидов, внутри которого находится активный компонент, ну, то есть витамин D, молекула его. И он достаточно легко встраивается в нашу клетку. Когда он доходит до клетки, то фосфолипидная оболочка липосомы сливается с нашей клеточной мембраной, так как у нашей клеточной мембраны есть точно такой же идентичный двойной фосфолипидный слой. И то есть витамину не нужно искать специальные отверстия, канальцы, так называемые окошечки, через которые бы вот в какую бы дырочку, порочку проникнуть. А в любом месте липосомка может прикрепиться к мембране и слиться с мембраной, и активный компонент спокойно и легко проникнет в клетку. И здесь мы получаем даже второй дополнительный эффект. Это липосомка, ее фосфолипидная оболочка, встраивается в оболочку клетки и может замещать ее какие-то дефекты, восстанавливать структуру. Соответственно, и функции клеточной мембраны восстанавливаются и приходят в норму. Что касается челюстно-лицевой системы, одна из тем моей научно-студенческой исследовательской работы как раз было влияние витамина D на интенсивность кариеса у детей. Мы проводили исследования, всего приняло участие около 80 детей. Родителям давалась большая очень анкета по витамину D, о том, что, как, зачем, когда давали, в каких количествах. А детей мы обследовали их полости рта на наличие кариозных зубов, запломбированных зубов, и выяснили, что дети, у которых была какая-то профилактика, там, либо сейчас есть, у них интенсивность кариеса значительно ниже, и зубки у них более здоровые, чем у детей, у которых никогда не было профилактики витамином D. Так что витамин D — это очень классная, клевая штука, особенно наша коралловская, полезная, 100% усвояемая. Так что она обязательна к употреблению ежедневному для профилактики различных наших заболеваний. Обязательно приобретите, обязательно пейте и будьте здоровы. Аня, спасибо огромное. Такая информация действительно все просто, сложно и очень важно. Спасибо большое за твои результаты.